Одним из ключевых вопросов заседания правительства в этот вторник, 18 октября, стал проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на следующий год и плановый период 2024 и 2025 годов. Кроме того, в рамках заседания утвержден порядок предоставления единовременной выплаты для мобилизованных граждан. Подробности далее. Финансирование фонда в следующем году планируют увеличить до 24 миллиардов рублей. В 2024 году эта сумма составит почти 30 миллиардов рублей, а в 2025 – до 23,1 миллиарда рублей. Одна из задач, которую ставит перед собой правительство региона – снижение уровня сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, для уменьшения числа онкозаболеваний часть средств территориального фонда обязательного медицинского страхования предусмотрено направить на дальнейшее развитие Верхневолжья сети центров амбулаторной онкологической помощи. Одной из главных задач Центра амбулаторной онкологической помощи – это диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях. Ключевую роль в этом играет современное оборудование, благодаря которому увеличивается количество проводимых исследований и общий поток пациентов. Важное решение, принятое на заседании правительства, порядок предоставления единовременной выплаты в размере 150 тысяч рублей мобилизованным гражданам из Тверской области. Она будет производиться в беззаявительном порядке на основании сведений о включении мобилизованного в списки личного состава воинской части. Деньги будут перечислены гражданам по убытии на территорию проведения специальной военной операции. Единовременная выплата не облагается налогом и не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении иных мер социальной поддержки. Сегодня правительство Тверской области приняло решение по выплате 150 тысяч рублей нашим мобилизуемым для того, чтобы можно было поддержать семьи в этот период, когда они уже только заступают на несение военной службы. Данное решение поможет максимально корректно пройти вот этот период времени мобилизационной подготовки, которая сейчас осуществляется на территории нашего региона. Напомним, что ранее утвержден комплекс мер поддержки семей военнослужащих, детей, жен, родителей, мобилизуемых граждан и добровольцев.